Папа Медведь, как слышно? Первая группа. На вас окна и двери. Мы усиливаем меры безопасности. Тебе и остальным уродам придется залечь на дно и не мешать нам. Считай, уже сделано. Видишь, не так уж и сложно. Эй, ФСБ! Забирайте своего! Он подскользнулся на своем дерьме и ударился башкой. Советую освежить технические навыки. Теперь ты сидишь за пультом Максима. Я люблю Максима, но он никогда не работал в поле. Он вообще никогда не дрался. Посмотри на него, он же огромный. Какой дурак с ним полезет в драку. Господин секретарь, есть ли надежда преодолеть российский кризис? Я думаю, это маловероятно. Важный американский чиновник приезжает в Москву, но об этом знает только человек, который не чистил зубы с Нового года. Цель этой операции – создать видимость, что русские убили Джейкобса. Подлетела внучка госсекретаря. Москву? Я заплатил кучу денег за русскую униформу, а она сделана в Китае? В этом мире вся униформа сделана в Китае. Быстрее! Поздоровайтесь с моим дружком! Ты труп. Все, кто тебе дорог, и все, кого ты хоть раз видел, мертвы. Он ошибался. Но ты был прав. Что за хрень ты несешь? Я никогда не блефую.